смотреть. А представь, Ото Чушеску, спасибо. А ведь правда, на запись мимо очереди HTTPS 2. Ну давай. /yauto.by/agza9. Лиге Лорд, Freedom's Rise, Full Album. Мимо очереди, а как, 4 минуты? Подожди, ты уверен, что ты то закинул? Потому что ссылка, походу, не та. Ссылка, походу, не та. Вот с Чушеску. Давай, не знаю что, ждем правильную ссылку, ждем комментариев от тебя. Тут какой-то орел встал и полетел куда-то. Вот, поймали правильную ссылочку. Спасибо большое. Ото Чушеску. Суа. Бля, ты сделал то, что я мечтал и то, что я просил. Так, смотрим, слушаем. В наушниках хочу это послушать. Как же в тему? Вот. Вот музло само прям. Что-то напоминает. Ты из фильма, что ли, с какого-то? А это правда, кстати. Что это напоминает? Напишите мне в комментариях. Что-то на голове прям вот тема сама. Залик. Голоп, да, гитарный. Голоп, да, кстати, ты прям подобрал, типа, чтобы голоп был. Видимо. Песня. Это ж фильм какой-то по-любому, нет? Конечно. Прикольный хор. Прикольный хор. Бля, склейки чуть-чуть такие. Вот склейки нам можно было, чтобы прям плавные они были. То есть, типа, не просто квадрат отрубил и отрубил, и сразу следующий, типа, что видно, что как будто вот лево все так дергается. А типа ты одну в Вегасе, если монтируешь, чуть-чуть на другую наклоняешь, короче, ну, надвигаешь. И будет казаться, что более плавный переход такой. Типа фейд-ин, фейд-аут. Вообще огонь. Вообще огонь. Ну, по факту, как бы там огонь. Ну реально это щит просто сразу. Да каждая песня, в принципе, очень хорошо продумана. Кидай это в предложку говниды обязательно. Прям. Отложенный пост сделаю, чтобы завтра утром опубликовалось. Чтобы пока от стрима не отвлекать. Вот этот интервал здесь прям вообще ух. Если кто-то реально знает, что за фрагменты вот эти вот, это фильм или это для заставки для игры какой-нибудь? Напишите в комментах, пожалуйста. Спасибо большое, RPDD. Ну да, мотивы такие прям боевые. Вот да, реально, просто видите, Лео за ум взялся наконец-то, правильные вещи говорит. Firelight, спасибо. КТТПС, блин. Что-то прям... До глубины прям. Это да, это Борис Балыков. Прям тупо до слез. Он прям специально давит, короче, припев. А на мему спасибо огромное, сейчас я дался. Смотрим. Смотрю на ВК в личку в тему. О, миксом прошел. Гифка вот такая там. Отлично. Ух. Ну,
Отлично, отлично. Просто канал неистовых локальных мемов нашего гитарного ютуба, причем все очень неплохо сделано. Все, ну вот как бы, если докапываться, то здесь переходы лучше сделать более плавными, конечно, было такими, чтобы все прям максимально как влитое было. Ну, все в тему, все отлично, все. Спасибо большое за, так сказать, выполненный реквест на мою шутку.